Московский театр сатиры, один из популярнейших творческих коллективов страны, на гастролях в Алма-Ате. Гостеприимно встречают алма-атинцы прославленных актеров. Какого Виктора? Господи, он Виктора не знает. Ну, Виктор! Это третий муж последней вдовы Гарика. А Гарик что, умер? Да нет, боже мой. Любовь и картошка, не бросишь в окошко, она всех собою манит. Сначала забвенье, потом наслаждение, потом поясница болит. Сухоты, ломоты, и нету охоты вершить до конца жизни дурье. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим «Vive l'amour!» «Avien, vive l'amour et moi!» «Avien, vive l'amour et moi!» И зачем ты у себя в парикмахерской в витрине свои портреты выставил? Так, это не мои портреты. Это образец прически. Новинка. Мы недавно новый мужской перманент освоили. Освоили, да. Значит, это замечательно. Стиляга! Каждая встреча с коллективом театра сатиры – это прикосновение к волшебству большого искусства.